Ну а теперь к другим темам. В Нижнем Новгороде задержан друг экс-президента США Билла Клинтона. Американец Скотт Блэклин находится в спецприемнике за нарушение миграционного законодательства и в ближайшее время будет депортирован. Из России Скотта Блэклина уже депортировали. Было это 3 года назад, и с тех пор въезд на территорию страны для него закрыт. Блэклин является бывшим президентом Американской торговой палаты в России, а также установлено, что компания американца сотрудничает с агентством США по международному развитию, деятельность которой в стране 3 года назад была запрещена. Сейчас нарушитель миграционного законодательства находится в Нижегородском спецприемнике вместе с остальными нелегалами. И уже в конце этой недели будет депортирован из страны к себе на родину.